В АО НК КТЖ работники активно изучают государственный язык. Так, в городе Усть-Каменогорск Нина Кусакина из АО «Кедентранссервис» обучается и старается использовать казахский язык в общении с коллегами, друзьями и при составлении служебной документации. Мой отец, моя бабушка проживали в ауле под Алматой. И оба говорили очень хорошо на казахском языке, понимали, друзья. И мой отец Анатолий, всегда ему говорили: «Толик, ты казах». Все, ну и как бы он всегда был примером для меня, поэтому я всегда старалась поддерживать и в организациях, в которых я работала, здесь работаю. То есть применяю и знания, которые есть, и стараюсь дальше совершенствоваться в изучении государственного языка. То есть применяю их, эти знания в служебных документах, в делопроизводстве, в общении с коллегами, с друзьями. То есть это практика, это очень много значит. На железной дороге Нина Кусакина работает с 2011 года. По ее словам, в КТЖ создали все условия для изучения государственного языка. Где-то с 2017 года у нас ежегодно проводятся тренинги, семинары. Под переход на латиницу был. Вот. Все мы, кадровики, юристы, участвовали в данных тренингах. Поощрение – это сертификаты, свидетельства о прохождении данного обучения. Нина поставила себе цель – перевести документы, связанные с железной дорогой, с русского языка на казахский. Есть сотрудники, пусть это даже производственный персонал, который у нас принят извне, то есть из деревень, из сел, и на русском языке очень слабо ориентируется. И для того, чтобы им в работе применять данные законодательные акты, локальные акты нашего Кедентранссервис, им нужно, я считаю, на государственном языке данные преподносить документы. Вот, я хочу именно вот этим заняться, но я уже начала эту работу. Коллектив Усть-Каменогорского филиала АО «Кедентранссервис» считает, что казахский язык должен стать фактором объединения всех жителей Казахстана, и поэтому охотно его изучают. Субату Шинрахмет.